Мужчина, угнавший в Барселоне грузовик с газовыми баллонами, страдает от психического расстройства и не намеревался совершить теракт. При себе у него не было никакого оружия, об этом заявило правительство Испании. Угонщиком оказался 32-летний гражданин Швеции. Он воспользовался моментом, когда водитель выгружал баллоны. Чтобы остановить машину, полиция была вынуждена открыть стрельбу, злоумышленник был арестован. До этого, двигаясь по встречной полосе, он растерял половину баллонов. В результате инцидента пострадала женщина, один из баллонов на нее упал. Кроме того, грузовик врезался в несколько автомобилей.